будущее у России, у Ростовской области, у казачества как основы православного служения своей отчизне прекрасное. Спасибо, господа казаки, за службу. Слава Богу, что вы казаки. Этим сегодняшним смотром строевым мы демонстрируем готовность донских казаков служить нашей великой России. Это не просто какие-то слова, это действительно в крови донских казаков. Это у них с молоком матери служить. Им никто не платит зарплату, они пришли все в форме, они все работают. Кто-то работает на тракторе, кто-то работает у станка. Но они, донские казаки, они хотят служить России и будут служить вечно. Россия!